Доброе утро всем нашим телезрителям. Мы снова собрались вместе для того, чтобы приготовить очередное полезное и вкусное блюдо. Сегодня мы будем готовить гранолу. Это настоящее американское блюдо. Дело в том, что жил-был Сильвестр Грэм, и у него была такая очень верная теория. Он хотел, чтобы все люди питались здорово. И он изобрел сначала муку Грэма, она так называлась. Это, собственно, можно сказать, прародитель цельнозерновой муки, из которой впоследствии стали делать крекеры. И, в общем-то, он и стал прародителем гранолы. Для приготовления гранолы можно использовать разнообразные продукты. Мы сегодня выбрали следующие. Это будет орех фундук, это будут семена подсолнуха, это будут тыквенные семечки. И сухофрукты, которые придадут нашей граноле сладость, и вместе с тем в них тоже очень хороший и интересный состав. Да? В частности, то есть в изюме большое количество калия, которое подкармливает наше сердце. Чтобы не бояться и сделать сухофрукты более качественные, вы можете вымыть и вымочить их в теплой воде, потому что оксид серы, да, которого все боятся при обработке, он как раз-таки теплой водой смывается. Обратите внимание, видите, орешки у нас голенькие. Это важно. Дело в том, что в шкурке орехов находится фитиновая кислота, которая мешает усваивать правильные микроэлементы. И если мы здесь насыпем очень огромное количество полезных продуктов, они просто не усвоятся. Поэтому мы их вымочили, очистили шкурку, и теперь все, что мы сюда насыпем, мы сможем переварить. В основе этого блюда лежат овсяные хлопья или хлопья иных злаковых. Чем крупнее хлопья, чем менее они обработаны, тем большую пользу принесет вам ваша гранола. И небольшое количество корицы. Корица считается одним из немногих продуктов, которые помогают излечивать нам инсулинорезистентность. Это, в общем-то, возникает состояние, когда мы чрезмерно употребляем сладости, конфетки и шоколадки. Возьмем мед. Мы предлагаем его нагреть вместе с нашими хлопьями. Оксиметил фурфурол. Вот, оказывается, именно из-за этого вещества создалось такое мнение, что нагретый мед становится не просто не полезным, а вредным. Есть очень четкое ограничение, сколько этого вещества должно находиться в продуктах из меда. Многие не понимают, собственно, значение этой нормы. Это норма, которая показывает, каким способом был произведен мед. Правильно ли его хранили, правильно ли его готовили. Эта норма сохраняет от того, чтобы пчеловоды не подкармливали пчел сахарным сиропом и не портили его потребительских качеств. На самом деле, это вещество возникает всегда при термической обработке любых сахаров. Норма содержания этого вещества в меде там 20 единиц, да, максимум до 80, в сладких газировках обычно его содержится уже 350 единиц, а в чашечке кофе 2000. Поэтому одна ложечка меда, чуть-чуть растопленного в духовке, совершенно не повредит. После того, как мы выложили все ингредиенты, мы ставим наш противень в духовку на температуру до 100 градусов. Мед будет таять, мы будем перемешивать, он будет покрывать своей замечательной золотистой корочкой наши ингредиенты и превращаться в питательную вкусную сладость. В 100 граммах гранолы в среднем содержится около 300 калорий. Запомните, для завтрака среднестатистической женщине нужно всего лишь 4 столовые ложки. Гранолу нужно посыпать на греческий йогурт, творожок средней жирности. Этот сладкий деликатес, который наш завтрак украшает. Наше блюдо готово. Называть вы его можете, кстати, как угодно. Кто-то называет это мюсли, кто-то это называет гранола, кто-то называет гранула. На самом деле все эти три названия практически правильные.